Друзья, всем привет! Наступил наконец-таки волнительный момент. Еду за своими девчонками в роддом. Сейчас буду их забирать. Ну, а как это будет происходить, я вам покажу и расскажу. Каких-то взять? Так, если вы розочки хотите, нежные вот эти, смотрели, да? Ну, чтобы они не маленькие были, чтобы побольше есть. Были. Высота у них 70 сантиметров. Ну, это вот эти 60. Да. Сколько там штук их? Тут 25. 25. Это что у нас получается? Здесь и 4 с чем-то. 4 с чем-то, 25 штук, да? А еще варианты какие? Если покороче. Не, короткие не хочется. Хочется. Может быть, побольше чего-то. А вот эти которые тоже 119, сколько? Ну, они не очень. А вот эти. А букеты, если какие-то, может быть. Вон с розами. Вон 4200 какой-то букет. Вот эти с кустовыми розочками есть. Вот этот букет красивый. Какой? Вот белый с белыми розами. Белый. Ну, как вариант. Ну, что, он тот может взять? Вот этот вот белый. 4200. Такой, да, 4200. Он тоже супер. Давайте, наверное, мы тот, как вы думаете, считаете, вот за 4200 хороший? Да. Давайте его тогда. Отлично. Шарик мне. Ищем 14-й подъезд, где выписывают моих девчонок. Ветер на улице ужасный. Ну, сейчас его найдем. Стоим, ожидаем. Точно. Где там наши?